И еще одна новость, связанная с образованием. Она касается 11-классников. Из ЕГЭ уберут тестовую часть. По крайней мере, об этом заявил министр образования и науки Дмитрий Ливанов в федеральном СМИ. Правда, произойдет это в следующем году. Из единого государственного экзамена по всем предметам планируют убрать часть ТЯ, где требуется выбрать один ответ из четырех. Возможно, и введение устного экзамена для выпускников по всем гуманитарным предметам.